Дом номер один в поселке Измайлово оказался в числе тех, которым необходимо утепление. Он будет обшит со всех сторон. Для жителей это большая и долгожданная радость. Было холодно, особенно вот в угловых домах, у квартирах. Там зимой промерзали стены. Причем, понимаете, отопление сильное, горячие трубы, а дома как полы ледяные иногда бывали. Ну, сейчас, я думаю, теплее будет намного. Работы будут продолжаться еще около 3 недель, и в итоге дом будет выглядеть как соседний, номер 3, который был утеплен год назад. Единственная помеха – непогода. Фасад утепляется по технологии «мокрый фасад». То есть, объясняю, наносится на минвату клей, плита приклеивается к фасаду, закрепляется грибками, затем наносится базовый армирующий слой штукатурный, и фасад красится. Толщина утеплителя 100 мм, что обеспечивает хорошую теплоизоляцию здания. Видным также ряд домов подлежит утеплению. Дома номер 6, 8 и 56 по проспекту Ленинского комсомола, 9 и 12 на Советской улице. Но здесь будут обшиты только торцевые части зданий. Лето дождливое выдалось, поэтому иногда приходится работу приостанавливать, потому что по технологии невозможно и нельзя штукатурить фасад в дождь. До конца октября работы будут завершены. Компания «Генподрядчик» дает гарантию качества сроком на 5 лет. Но, по словам руководителя проекта Ивана Новикова, утеплитель прослужит около 30 лет при условии хорошего ухода за фасадами зданий. Татьяна Брылова, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ.